Ебать, ну вот какой уёбок это видео снимал? Что за долбоёб, блядь, это снимался, урод, блядь! Ты что, сука, снимаешь, блядь? Хуйло ты, блядь! Видео твоё параша, блядь! Сука ты, блядь! Ты чё снимаешь, дурак, блядь? Я ничего не понял с этого видео, что Нива твоя ебать едет хорошо! Это понятно, блядь, она, сука, мощная! Тварь! Дурачок Валера. Офигел, дед не смешной? Так, ребята, у меня вопрос. Почему все стримеры воруют, используют рофлы деда? То есть ты считаешь, что это дед изобрел все рофлы в мире, да? И мат, видимо, тоже. Да, да, пиздим, потому что мы ни хрена абсолютно неинтересные. И мы ничего не знаем, не умеем. Мы можем только пиздить. И копипастить. Сырая правда. Ставить в эту комнату нет места. Повторяю для тех, кто не слушает или не знаю, не в курсе. Я скоро переезжаю. Там у меня будет намного больше пространства. И по возможности хотелось бы все оборудовать так, чтобы было удобно стримить, во-первых, так, чтобы у меня окно не было рядом. Ну, в общем, и другие нюансы надо будет учесть. Все рофлы на Твиче пошли от папича. Разве это не деда фразочки? Нет. А он мне подарил эту фразу, между прочим, ля какая. Он же ко мне заходил, я для него танцевала. Кто не в курсах. Ты уже знаешь, куда переезжаешь? Да. Я в выходные как раз ездила, смотрела. Было два варианта, мне понравился пока больше второй. Скорее всего, туда перееду. Здравствуй, Либенберг ТВ. Здравствуй, опасен. 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 Как правильно? Мне нравится опасен вариант. Скажи, как правильно. Может, еще? А вы, кстати, что сразу написали стример у вас название? Можно просто Вероника Александровна. Ой, бля, вы не стример. Вы чувствуете, ребята, по-моему, меня слишком так много, официально. Но это не точно. Ё-моё! А помните, я говорила, что было бы, если их будет три? Раз, два, три. Их все больше и больше. Это она смотрит реакцию на то, как она смотрит реакцию на себя. Реакция в реакции. Просто максимум кринж произойдет у какого-нибудь моего хейтера, о, который просто увидел этот момент, увидит сейчас этот момент. Ну и там тоже, ну короче, вы поняли. Если будет четыре, то все. Нам всем пизда. Будет апокалипсис. Как быстро достать 1000 рублей? Запомнец, просто зарегистрируйся за косарь. Это что, губки уточкой? А как вам показать-то, блин? Ля. Ля какая. А можно пониже? Видали, да? Ну шо, как? Великолепно показывает, отправить. Нравится? Ну, я говорю, у меня какие-то щеки, я не знаю, я какая-то как хомяк. Ля. Милка есть, но это цивилизация. А, подожди, Милка есть и курочки ходят. Я не ошибся? А, нет, подожди, это кто такие? Да, видали, какая это кнопка отправить? Это ноги. Ух, человеческие. Я бы такую кнопку сводила это... куда-нибудь в бушную. А человека нет. Мы... В городе секретных материалов? Уходим отсюда, блядь, сейчас за криминал нас как-то посадят. Почему Картер забанили? Короче, в Берлине на Твичконе была вечеринка Фортнайта. Ну, это типа автерпати была. Вот, куда приглашали стримеров и так далее. И там стримил Гексоген. И Вика в какой-то момент, знаешь, из разряда стримила за него. То есть она ходила с его стримом и так далее. Вот. И за это забанили за вмешательство в личную жизнь. Раз, два, три, четыре. Четыре, это за один день. Отсюда еще одного себе надо сразу. Да что за хуйня, блядь?
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сюда, блядь! Что?! Квадратная игра, Майнкрафт, не доме строю с утра. Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Можно вырыть шах... Майнкрафтеры есть? Кто? Не бойтесь, у нас не бьют. Очень глубоко. Только ты смотри потом, чтоб выбрался легко. Сделай кирку, смело камень не дроби. Может, уголь ты найдешь, внимательно смотри. Любое? Ну, кроме гей-порно, наверное. Гей-порно. Гейское. Не, я кулак на прошлое поднял. Типа, не, я поддержал его. Гей-порно, наверное. Блять, нет, нет! Вот заметили, как было множество нововведений, теперь стримеры либо поддерживают, либо прям осуждают в край. Нет, там слова нет. А раньше можно было вообще сидеть и все что угодно болтать. Блядь, сука! Сколько же он нервов съел своего. Все меняется. Вань, что-то ты... Че, все играли в Марио? За FPS-ил как-то, у тебя 1.5 FPS. Что происходит? Мне перезайти надо или что? Ну, может, у тебя что-то с инетом, нет? Все нормально? А попробуй меня включить-выключить, да, и не знаю, вроде... Попробуй, ты просто не двигайся, выключить. Чтобы не было заметно. Спасибо. Ла, блядь. О, Саша. Саня. Александр, вставай. Саня, вставай. Ты обосрался. Малой вообще ее просто контрит за раз-два. Почему в мат стримера в чате 10 минут блок за херня цензура? Ну, вот такие вот нынче правила, да. Ага. Я берегу. Да, кстати, за спойлеры тоже бан. Что там по гульвик? За все бан. Я ж говорил. Что по скороговоркам? Можешь скидывать. Но нечего смотреть на меня. Да, ё-моё. Закрываю рекламу, ну, закрывай рекламу. Ты разводишь, ага, да-да. Да, давай, ага. Я могу ещё попрыгать. Давай, падай. Шо, всё. Здравствуй. Фрэнки Оззи, а ты-то куда, а? О, Mortal Kombat. Not bad. Кстати, кто играл в М-ку 11-ю? Какие у вас там любимые персонажи появились? Я не могу больше, я не обучаемый, это просто пиздец. Или всегда на одних и тех же играете? Все, я не могу, я не могу. Я просто не могу. Кто остается? Я не могу. Брил МК потом? Это она так поела? Этого вы обо мне точно не знали. Все пишут Милфа. Что такое Милфа? Либо, что такое Милфа? Загугли, да? Мам, сама загугли. Это, а чё вы ржете? Это что-то плохое? А чё вы ржете? Это что-то плохое? Все пишут Милфа. Что такое Милфа? Либо, что такое Милфа? Загугли, да? Мам, сама загугли. А, про Милфу. Это, а чё вы ржёте? Это что-то плохое? Не слышала. А чё вы ржёте? Это что-то плохое? Не говори. Это, мам, это что-то плохое, мам, извини. Мне когда стали говорить Милф и Милфа, я решила это загуглить, причём я это загуглила на улице. А мне голосом выдал, кто такая Милка. Я сейчас сама загуглю. Мам, я там зацензуренные картинки, вы чё, дуры? Сумасшедшие, что ли? Извращенцы! Мам, что это такое? Что это такое, мам? Извращенцы они. Да, мам. Ребята, вы дебилы. Прямо новость открыла. Сейчас вот дека дадут. Блять, какой же я тупой, это просто, блять, нонсенс, какой я тупой, я вообще тупой, просто максимально тупой.
Блять, почему я такой тупой, чат? Это пиздец. Блин, точил вам показывать. Че, в натуре? Точил вам надо показать. Нормальная такая тачка. И номера спалил. Упс. Милов, это после первого ребенка не обязательно. Просто на подъеме, поняли? Тут типа, бля, сейчас опять забанят. Осуждаю! Осуждаю твою мать! Да хватит! Что за страна? Это, что это за город такой, блядь? Куда не посмотришь, везде одно и то же написано. Хватит, что мы кого? Будем есть? Ну сейчас поищем, по деревьям полазим, вон какая-то хрень растет. Ты что, ебать! Юра, скажи, что это не серьезно, что мы не будем этим питаться. Хотя, кстати, тебе это полезно. Да в Юрином случае все будет полезно. Я время, я это есть точно не буду. Уж извини, не буду я это есть. Юра, аккуратно. Блять, я не могу нахуй. Я предпочитаю строить планы. Тест на внутренний возраст? Малыш, 17 лет. Напоминаю, ему 27, по-моему, насколько я помню. Чё, психологически? Какой прелестный малыш, блядь! Что? Может, тоже пройти, а? Может, а чё, я не знаю. Бля... Да ну нахуй, за а что? Есть возраст в тесте, чтобы был ответ 5-6 примерно лет? Я думаю, это моя стадия, 5-6 лет. По всем районам обсыкали клёвую, бля, твою тёлу, сука. Я выебал тебе, ебало, ты подлюка, сука. Разъебал тебе, ебало, ёбаный мудлат. И я тебе, ебало, разъебал, на тебя я насрал. Ёбаный веснопак, ты мудак, ты девчонка, да, это так, ты сука. Я ебал твою суку, то есть я ебал твою сеструху. Я ебал твою тёлку, мы все её ебали на районе, а её не уважали, похоже. Потому что её все обижали. Кто пил это? Я ебал твою кого-то там суку, что ли, 5 минут назад. Кто это пел? Обычно треки деда прям вот шикарно, особенно про масло. Все равно навсегда forever and ever. А тут прям, ну, как бы... Как будто спижено. А, извиняюсь, фараон. Да, точно, фараон. Она сосала у всех всегда. Все знали, чем вонять. Ее немытая пизда. Спижено! Вот этого точно спижено. Так, я тебя разъебу, ты ебаный мудак, ты сука. Ты снабак, значит, ты девчоночка ебаная. Ты тюфяк, как твой папаша, который сосал на районе в балку. Сука, я пил Балтику и настал на батю твоего. Йо, я ебал его в говно, ты сука. Я выебал тебя, я выебал. О, аниме.